В Украине снова повысят тарифы на электроэнергию для населения. Это будет уже второй рост цен в этом году. В общем, до марта 2017 года свет подорожает 3,5 раза. Напоминаем, что соответствующее решение 26 февраля этого года утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины. В 2017 году среднеизвешенный тариф для населения составит 122,83 копейки за киловатт-час. Меньше за свет будут платить владельцы двухзонных счетчиков, ведь ночью электроэнергия будет стоить в половину дешевле. Тарифы будут повышать каждые полгода в 5 этапов.